20 мая 1943 года в Кызыле проводили на фронт первых 10 тувинских добровольцев, танкистов. Именно к этой дате и приурочен проект исторической реконструкции тувинским добровольцам посвящается. Опыт проведения исторической реконструкции, особенно военной, в нашей республике отсутствует. Проект «Тувинским добровольцам посвящается» станет для Тувы первым, касающийся истории региона. Проект исторической реконструкции был задуман коллективный. Это коллективный труд. Мы представляем общественную организацию хранителей историко-культурного наследия, созданную на базе Национального архива. И мы с коллективом, с командой проекта думали, предполагали, что такого создать, чтобы это было интересно, чтобы это было ново. Продуктом коллективного труда и стала историческая реконструкция проводов добровольцев-танкистов. Кроме того, что они стали первыми тувинцами, отправившимися на фронт, в их истории есть нюансы. В одних источниках танкистов было 10, в других 11. Вот согласно официальным документам, вообще их 10. Согласно официальным. Но позже, уже по воспоминаниям, по книге памяти, согласно книге памяти изданной, да, Уйнукул Дангак был 11-м, который присоединился к отряду добровольцев уже чуть позже. Возможно, среди провожающих находился и Уйнукул Дангак, прошедший танкистскую подготовку. 20 мая Уйнукул был зачислен в состав отряда и отправился за товарищами по зову сердца. Весь тувинский народ, выражая горячие симпатии лучшему другу народно-революционной Тувы, Союзу Советских Социалистических Республик, в его исторической Великой Всенародной войне с гитлеровской Германией, заявил о своей готовности с оружием в руках бороться вместе с советским народом до полной победы над общим врагом германским фашизмом. Работа предстоит сложной. Над сценарием реконструкции работает руководитель литературно-драматической части Тувинского муздрамтеатра Виктория Хамушку. В режиссерской работе занят главный режиссер муздрамтеатра Сайдаш Монгуш. Начат кастинг на роли самих танкистов-добровольцев. Нам, конечно, для исторической достоверности требуются молодые люди тувинской национальности 20-33 лет. Вот такой возрастной диапазон, которые максимально бы подходили и по росту, и по весу, и по внешним данным тем тувинским добровольцам, танкистам. Вся информация о проекте размещена на официальном сайте и в социальных сетях Национального архива Тувы, где представлены образцы заявки, которые вместе с фотографиями можно направлять по электронной почте архива. Если нет возможности, то можно подойти в сам архив по адресу город Кызыл, улица Кичилола, 91. К сожалению, мой возраст не позволяет принять участие в проекте, но для молодых земляков есть еще время подать заявку и стать частью истории тувинских добровольцев. Сайгын Бирби, Буян Монгуш, Педакоржак, Тува 24.